сколько получился фестиваль? Я считаю, что на 100%. Ну, потому что он получился, и я считаю, что на 100%. Да какая разница? Были какие-то косяки, может быть. Что-то у нас не получалось. Но в целом он же прошел, самое главное. Не было дождя, которого мы боялись. Поэтому я считаю, что на 100%. Этот фестиваль был лучше, чем первый? Я думаю, да. Потому что, во-первых, у нас были замечательные гости. И погода была шикарная. Было в прошлый раз очень холодно. И мне кажется, мы чуть организованнее подошли в этот раз. Еще мы были байкеры! Еще будут такие фестивали. Обязательно. Мы будем качать наш город, чтобы была просто... Я уже осип, сори. Мы будем качать город, чтобы была рок-движуха, была настоящая живая музыка. И слушайте только хорошую музыку. Спасибо.